строительного пояса монтажного и приделал сюда мощный карабин. Ну, для тренировок хватает, а профессиональный я вам покажу завтра. Нам их на я заказал на соревнования в Егорьевске. Вот, привезут. И я вам сделаю еще обзор, потому что привезут профессиональный пояс и привезут на велосипед удочку. Потому что сейчас мы как катаемся? Я вешаю на себя пояс, присоединяю потяг и сажусь на велосипед, и мы едем. Соответственно, а удочка, она крепится сюда. Это металлическая направляющая, соответственно, которая не позволяет поводку попасть в колеса, когда вы останавливаетесь или собак нагоняете. И потяг не намотает на колесо. То есть это очень полезная вещь, потому что мы бегали в прошлом месяце на длинном потяге с собаками. Они остановились, я их нагнал, и у меня потяг заживал в колесо. Он перебил трос, это трос гидравлической системы, и, соответственно, велосипед вышел из строя, потому что пришлось покупать новую систему. Старый тросик, подходящий, нельзя было найти, и поставили бэушный. Слава богу, быстро ремонт сделали, и велосипед, так сказать, не простаивал. Ну, значит, смотрите, теперь как мы занимаемся обмундированием собак. Значит, что нам понадобится? Значит, одеваем на себя пояс. Собаки у меня уже подготовленные. Значит, они в шлейках. Ласка, встань. Ну, встань, девочка, встань. Вот. Они в шлейках. Значит, каждая шлейка под размер собаки, я уже говорил. У них каждая шлейка подписана. Например, вот шлейка. Она зохана. Вот эта шлейка тут стерлась. Вот, шлейка Олси. Соответственно, эта шлейка только для Олси. Это только для зохана. Вообще, рекомендуют не менять шлейки. Ну, точнее, не давать шлейку одной собаки на другую, так как это принимает форму и может быть некомфортно. Например, Коби будет бежать в шлейке зохана. Ну, и наоборот, соответственно. Значит, вот. Вот у нас шлейка, получается, уже на собаке висит. Вот в таком виде она представлена. Вот. Вот, она хорошо облегает. Она как раз под нее сделана. И, соответственно, здесь снизу на табличке как раз ее имя. То есть это Ласкина. Вот. Соответственно, не сковывает движение, и собаке в ней комфортно, да? Покусанная ты моя красавица. Значит, берем потяг. Ну, условно говоря, вот этот подойдет, самый простой. Берем карабины, и нам понадобятся ошейники. Да, берем, фиксируем ошейник. Соответственно, еще дополнительно у нас на каждом ошейнике есть медальончик. Вот, на нем телефон и имя собаки, если вдруг она убежит, ну или что-то там случится, и там упряжка порвется или еще что-то. Да. Соответственно, у нас в паре будет Айсан. Айсан испугалась уже, напряглась. Да? Не бойся. Соответственно, вот она, шлейка на Айсанчике. Сейчас мы ее поправим. Вот. Значит, присоединяем карабинами. Так. Шанс. Ну вот что ты за человек такой, а? Вот. У нас два поводка, две собаки. Берем так. Подожди. Берем так. Все, зафиксировали, чтобы не открылось. Все, готово. Вот. Значит, теперь для чего нам нужны вообще ошейники?
Значит, чтобы собаки бежали ровно, мы их ошейники вот таким элементом, это шейник называется, соединяем между собой. Вот так вот. Вот. И, соответственно, присоединяем потяг к своему карабину, который у меня на поясе. Так. Оп. Опа. Вот получается вот такая вот конструкция. Так, так, ну тихо, тихо, тихо. Пошли вперед. Пойдем. Вот, вот у нас готовая упряжка из двух собак. Вот пояс, карабин, потяг с амортизатором, два карабина, две шлейки, два ошейника и шейник между собой. Соответственно, собаки, они не будут разбегаться. То есть, если одна куда-то потянет в сторону, другая ее остановит, и они, ну, более-менее пойдут в одном направлении. Вот, соответственно, таким же образом прицепляются 2, 4, 6 и более собак. То есть, если бы это было на 4 собаки, у нас было бы здесь еще 2 кончика, и мы прицепили бы к ней вторую пару. Соответственно, вот таким образом у нас собирается наша упряжка. Вот. И, соответственно, можно бегать или кататься на велосипеде. Ну, а скоро у нас зима, соответственно, можно уже будет кататься и на самих нартах. Надеюсь, снега будет много этой зимой. И мы сможем вдоволь накататься. Хватит! Хватит шуметь, я не иду гулять! Вот. Вот так вот получается выглядит снаряжение. И вот, я думаю, достаточно подробно рассказал вам о его составляющих. Значит, еще у нас скоро появится удочка и еще пару кое-каких, так сказать, девайсов. Я о них вам расскажу. Их нам привезут на соревнования. Значит, где можно купить потяги, шлейки, карабины, будут ссылочки в описании. То есть, как я уже говорил, это у Ольги Протасовой. У нее свой питомник хаски, и она их сама делает. То есть, это, то есть она их сама лично шьет. Вот эти вот делает. Значит, есть еще ателье «Стая Люпина». У них тоже питомник, по-моему, сибирских хаски. И очень большой выбор обмундирования. Эти две ссылочки я оставлю в описании, потому что все, что вы видите, покупалось либо Ольге, либо в «Стае Люпина». И вот еще из «Стаи Люпина» нам кое-какое снаряжение привезут на гонки, которые будут завтра в Егорьевске. Вот, я вам их потом покажу. Вот, соответственно, вот так вот получается. То есть, в обычных магазинах я такого не встречал, за исключением карабинов и, возможно, можно в обычном магазине купить, ну, ошейники наподобие таких. Потому что не обязательно это будет Red Dingo. Можно любой синтетический ошейник, который не будет растягиваться от воды, не будет красить шерсть. В принципе, вот так вот. Надеюсь, это будет вам полезно. Ссылочки все будут в описании. Спасибо за внимание. Удачи!